У нас очень опасная наметилась там тенденция. Это вопрос наших военных и Комитета госбезопасности. Пошли попытки переброски оружия, боеприпасов, взрывчатки этим людям в лагерях. Это вот последних двое суток перебрасывают оружие. Оружие в основном идет, мы с россиянами держим, с Путиным разговаривали на эту тему, на контроль этот вопрос, идет с Донбасса. Идет оружие для чего? Здесь же хотят устроить провокацию, столкнуть лбами наших пограничников с их, наших военных с ими. Поэтому вынуждены по периметру сейчас контролировать ситуацию, чтобы им не забросили оружие, потому что там курды. И когда они их режут, бьют и прочее, люди в отчаянии. Любой автомат, пистолет, провокация и военный конфликт. Поэтому вот здесь министр обороны присутствует, я попрошу, вы свяжитесь с Тертелем сегодня же и определите здесь соответствующие меры безопасности, чтобы туда не попало оружие и взрывчатка.